Ну, вот оно начало, скажем так, нормального снега, нормальной зимы в городе Владивосток. Хотя у нас еще по календарю осень. Но снежок, который должен был выпасть гораздо раньше. И уже вот такие ледяные наросты. Но народ боится ледяного дождя. Посмотрим, как оно будет по этому году. Я помню, порядка 12-13 лет назад в Уссурийске был ледяной шторм. Тогда последствия были гораздо хуже, чем в городе Владивосток. Ну, опять же, время идет, и здесь истерика. Все ждут это как круглогодичное событие. Ну, посмотрим. Сегодня рай для шиномонтажников. Те, кто забыли или надеялись на что-то, будут переобуваться. Опять же, смотрите в Инстаграме и прочих соцсетях эпические видео про то, как во Владивостоке бьются машины. Вот так вот. А сегодня аварий будет очень много. Ну вот, смотрите, уже наледь идет. Ну, это потому что температура такая плюсовая, хотя идет дождик. Вернее, снег идет. Красота. Ну, а я себе не изменяю. Белые кроссовочки, только уже закрытые. Вот такие лесенки для самоубийства или убийства, или как хотите. Они покрываются льдом, что очень травмоопасно. Во Владивостоке таких лесенок очень много. Он, бабулька, спускается боком. Правильно делает. У нас красота. Скользим потихоньку. Мне, чтобы доехать до работы, кстати, в плане такси, сегодня объявили 404 рубля. Я решил все-таки на автобусе прорваться, хотя буквально позавчера я ехал за 93 рубля. Автобус 35. Это вот скверик, парк. Все красиво здесь. Прям реально. Такая зима. Владивосток, снег. Очищают машины. Снегоуборочная техника работает. Что довольно-таки для Владивостока странно. Обычно они с большим опозданием. Ну вот. Вот так у нас все, ребята. Город у моря. Посмотрим. Еще сегодня неизвестно, будем мы работать, не будем. Но я поеду, мне нужна куртка. Желательно зимняя. Потому что я все еще в бомбере демисезонном. Ну, вот такая грязь, дорог здесь. Шины. Грязь, слякоть. Полиция. Ладненько, пока завершу данный материальчик. Так что, если что, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с меня видосы. Всем привет!